Появились и моменты, и был даже было попадание в крестовину, если помните. А вот как раз после этого абсолютно ненужное, необоснованное удаление. Пошла где-то грубость. И вот теперь момент у Березкина. Максим убегает и забивает. Забивает. Вновь забивает. Во втором матче против СКА 19-46. Здесь, конечно, он блестяще сыграл. Отобрал шайбу без нарушения правил. Здесь претензии к защитнику явно будут высказаны со стороны тренерского штаба. Это был, к слову, Руслан Ярулин. Ну и Березкин просто потрясающий.